предложениям регионов прислушаются на федеральном уровне. В Курской областной думе в режиме видеоконференции прошли публичные слушания проекта закона об образовании. Мнение курских педагогов выслушала Лариса Мироненко. Проект закона об образовании стал предметом дискуссии еще в 2010 году. Документ объемом почти 500 страниц успел породить мифы. Например, о том, что образование станет платным. Кстати, в Конституции никто не отменял о бесплатном образовании, и закон тоже гарантирует бесплатное образование. Но он уравнивает и государственные образовательные учреждения. Сегодня могут по этому закону и частные образовательные учреждения давать образование. После обсуждения законопроект стал в два раза меньше и понятнее обычным гражданам, считает вице-спикер Думы Светлана Журова. По ее мнению, законотворцы должны уделить больше внимания дополнительному образованию. Если с малышами дома занимаются родители, в детсадах воспитатели, то у детей школьного возраста выбор не всегда богат. Но эти дети захотят заниматься спортом, эти дети захотят заниматься художественным, в школе искусства, они захотят быть в кружках, иначе эти все дети окажутся на улице. В нормативной базе будет прописан статус учреждений педагогов дополнительного образования. Вообще новый закон предоставит учителям больше гарантий, чем ныне действующий, принятый почти 20 лет назад. Прописываются социальные гарантии педагогов впервые. Это речь идет о средней заработной плате по экономике. И зарплата учителя должна быть привязана к этой средней заработной плате по региону. У нас сейчас она свыше 15 тысяч рублей. В дискуссии приняли участие 5 тысяч человек из всех регионов России. По итогам слушаний будет сформирован список рекомендаций, которые рассмотрят депутаты Госдумы. Трижды мы слушали обсуждение этого проекта. Видна положительная динамика. Каждый раз к мнению педагогов, к мнению граждан прислушиваются, каждый раз вносятся другие изменения. И вы знаете, вот в этом году, когда мы обсуждали, очень много нового было внесено по сравнению с прошлым годом. И очень много позитива. По плану закона образования примет уже Государственная Дума нового созыва в начале 2012 года. Лариса Мироненко, Андрей Зарубин, телеканал 7.